Доехали. Все нормально. Открывай ее, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Сверлишь перевозки, ну вот так. И завтра опять. Давай, довезли, да? Я вас сильно чувствую. Возьмем такой тюкачок тяжкий и сум. Тут нас бере на народження в основном. Це з неба залежно. Вставали, годували, перемивали, дивилися. Ми там, ну, давали судороги, діти в дорозі. Розмістилось. Уже за это время начали отличать звуки сбитой ракеты, звуки артиллерии, звуки бомбы, которая падает. Пустая дорога и такая вот напряженность, когда ты едешь и ты являешься мишенью в пустом пространстве. С мигалками идешь, то вообще... Да, особенно когда с мигалками, да. Ребят, у вас должна быть гражданская позиция для того, чтобы не стыдно было вашему поколению смотреть в глаза последующему поколению. И как вы детям своим потом об этом будете рассказывать, что происходило? Если мир нормально отнесется ко всему, что происходит, поймут, что это проблема, связанная с человечеством и человечностью, то, думаю, у них будет все хорошо.